Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Старость». Нагрянула внезапно старость. Все пролетело, как в кино. Сегодня только мне осталось сидеть, смотреть в свое окно. А ведь когда-то были годы. Я был веселым, молодым. Но ощущение свободы прошло, как с белых яблонь дым. И вот сегодня я лысею. Сидею и старею я, уже не станет веселее жизнь уходящая моя. Спасибо.